Здравствуйте, в эфире новости «Наш день», в студии Мария Денисенко. И сначала коротко о главном. Да, чучело зимы мы сжигаем, но ведьм у нас нету, и сжигать нам нечего. В гостях у сказки, правда, не очень добрый. Женщина, которую обвинили в колдовстве и подожгли дом, согласилась пообщаться со съемочной группой АСТВ. Кто повесился, его дружки, скорее всего, меня и подожгли. Это человек, который не дает покоя ни соседям, ни жителям этого двух домов. Нехороший сосед. В Луговом неадекватный мужчина терроризирует целый двор. История слой за слоем. Археологи со всего мира отправились к месту древней стоянки людей в Долинском районе. Эти слои очень древние по возрасту, более 100 тысяч лет, так скажем. Факел в норме. На заводе по сжижению газа в пригородном провели ремонтные работы, во время которых наблюдалось высокое пламя. Данный процесс связан с пуском технологической линии, и это стандартный процесс. История, от которой попахивает битвой экстрасенсов и бабушкиными страшилками, за пару дней облетела интернет-издания по всей стране. В селе Победино местные жители объявили молодую женщину колдуньей и сожгли ее дом. Поводом послужила жуткая цепочка трагедий. Счеты с жизнью свели трое мужчин, так или иначе симпатизировавших Варваре. Один из них – ее муж. Мы решили сами разобраться в ситуации, и выяснилось, что женщину по деревенской традиции односельчане считают чересчур любви обильной, но никак не ведьмой. При этом историю оказалось замешано цыганское проклятие и любовь к спиртному. Каждая новость, как и в любом небольшом селе, в Победино разлетается оперативно, обрастая слухами и домыслами. Вот и трагедия в жизни молодой сельчанки Варвары обернулась средневековой страшилкой. Якобы дом ее сожгли местные из-за того, что считают ее ведьмой. Как уже позже окажется, колдовская сила здесь ни при чем. Во всем виновата нелегкая женская судьба. Вот руководитель села присутствие нечистых сил в Победино отрицает. Нет у нас таких людей. И не было никогда. Я работаю 50 лет в этом селе. И не видела ни одной ведьмы за 50 лет. Да, чучело зимы мы сжигаем. Но ведьм у нас нету. И сжигать нам нечего. Она вообще никто. Любовница, какая разница. Ну, любовница. Ну и что ее трогать? Сама Варвара от сельчан не прячется и считает, что мужчина, который обратился в ассоциацию адвокатов и рассказал, что ее считают в селе ведьмой, обвиняют в смерти мужчины и поэтому подожгли дом, проблемы с головой. После странной новости и без того проблемные будни сейчас усложняют назойливые журналисты. 25 июня повесился знакомый молодой человек. Он был женат, у него двое детей. А в ночь на 26-е дом Варвары подожгли. Кто повесился, его дружки, скорее всего, меня и подожгли. Потому что больше некому. Ну, просто проснулась от того, то, что гавкает собака, и проснулась, шифер трещит. Все, ребенка я быстренько отвела к сестре, и все, вызвала пожарных. Пожарные приехали, они полчаса вообще просто так стояли, не тушили дом. Дом можно было бы спасти, хотя бы не то, что спасти, пусть бы он там подгоревший был, но внутри мебель можно было бы спасти. Варваре предложили две квартиры в маневренном фонде, но там нужна мужская сила и средства на ремонт помещений. Этого сейчас себе сахалинка позволить не может, поэтому живет у сестры. В очередь на переселение ее уже поставили. С работой пока не ладится. Воинскую часть закрыли, должность сократили. Но в администрации Смирных обещают помочь. Нормальная девчина, ну, молодая, работает. Ну, произошло то, что сократили. Ну, что же ты делаешь, да? Мы готовы помочь ей найти работу. А москвичи звонят и говорят, там у вас какой-то далекий угол, и там что-то все пьяницы, алкоголики, наркоманы. Да это глупости. Вот я нормальный, я же всю жизнь здесь. 45 лет я живу, работаю в Смирнуховском районе. Работаю 45 лет, вернее. А живу здесь 66-го года. Ну, мне, конечно, очень неприятно это слушать. Когда так говорят о моих жителях. А слухи о ведьме родились, по словам сельчан, из-за того, что до замужества девушка встречалась с женатым цыганом. И, мол, супруга наслала на нее проклятие. Личная жизнь и правда не клеится, но мистицизм здесь ни при чем. Счеты с жизнью в разное время свели как минимум трое влюбленных в нее мужчин, включая мужа. Но практически везде был замешан алкоголь. Повесился он вот на вот этой березе, вот на этой. Там, кстати, должен быть венок. Они вешаются почему-то все на стадионе. Где играют дети. Мы хотим этот вопрос поднять с нашим непосредственным губернатором, чтобы, естественно, спилили деревья, потому что дети после этого у нас, как повесился Дмитрий, вот, дети здесь не играли. Мы боимся детей отпускать. Дети прибегают и говорят с такими глазами, говорят, там дяденька висит.
Эта история сахалинской глубинки вышла далеко за пределы острова. Единственное, чего сейчас хочет Варвара – свою крышу над головой. В этом году ей вести сына в первый класс. На острове в эти дни продолжает работать международный археологический форум. В четверг гости симпозиума со всего мира знакомились, а в пятницу отправились в поля к месту стоянки древних людей в Долинском районе. Древняя, уникальная, а для кого-то спорная история Сахалина. Международная делегация археологов приехала на остров, чтобы побывать на стоянках древних людей, которые не до конца изучены, но известны всему мировому сообществу. Стоянка «Сенная-1» – первая рабочая вылазка участников археологического симпозиума. В этом разрезе в Долинском районе специалисты работают с 90-х. Однако еще не все эксперты готовы поверить в то, что на острове нашли место с более 200-тысячелетней историей. Конечно, это дискуссионный памятник. Конечно, это дискуссионный памятник. И почему он и привлекает столько людей? Понимаете, стоянки, которые всем понятны, они, в общем-то, не очень интересны для специалистов. Здесь же край науки, дальше непознанное. За годы работы специалисты отыскали в разрезе множество артефактов, сделанных руками человека. Среди них резцы и двухлезвенные ножи. Изделия сделаны во времена, когда наши прямые предки, анатомически современные люди, еще не существовали. Род человеческий только формировался в Африке, а на острове жили совсем другие представители Homo. Эти слои очень древние по возрасту, более 100 тысяч лет, так скажем, что для Сахалина и в целом для всего архипелага Тихоокеанских вот, длинных островов таких дат не существует вообще. Поэтому, а я непосредственно изучаю эти орудия и могу сказать, что это именно человеческие орудия, а не каприз природы по форме. Пока делегация археологов находится на острове, их главная задача – помочь обозначить для сахалинских специалистов дальнейшее направление для раскопок. Место, которое сейчас изучается – это берег древней реки. Поселение людей находилось где-то неподалеку. Его археологам и предстоит отыскать. Галечный скол, и гальки вместе в этом склоне находятся. И бывают природные раскалывания, и бывает раскалывание то, что здесь сделано рукой человека. Вот как раз это вот самый главный фактор, который мы должны будем определить. Международный археологический симпозиум продлится до 12 июля. За это время гости посетят еще многие подобные стоянки. Например, на побережье залива Анива и в Корсаковском районе. Там гостей ждут стоянки возрастом от 11 до 20 тысяч лет. На заводе СПГ комплекса «Пригородная» завершились плановые ремонтные работы. Они продолжались около месяца. За это время специалисты предприятия провели техническое обслуживание оборудования. Уже завершены пусконаладочные работы. Факельная система, которая служит предохранительным клапаном, заработала в обычном режиме. Во время планового ремонта и запуска производственных мощностей завода СПГ в Пригородном жители Корсаковского района наблюдали непривычно высокое пламя на факельной установке завода и черный дым. Данный процесс связан с пуском технологической линии, и это стандартный процесс при каждом пуске и при каждой установке. Сегодня факельная система комплекса «Пригородная» работает в обычном режиме. В компании «Сахалин Энерджи» подчеркивают, высокое пламя во время ремонтных работ – это нормальный процесс. А сжигание излишков газа на факельной установке в 22 раза экологичней, чем технология холодной свечи, которая применялась в нефтегазовой отрасли раньше. Ранее на нефтегазоперерабатывающих предприятиях использовалась система холодной свечи. При нештатных ситуациях, также при остановках пуски и плановых ремонтных работах, газ просто выбрасывался в несгораемом виде в атмосферу. В нашем случае завод использует факельное горение. На данный момент это самый эффективный вариант для сжигания. Специалисты говорят, при сжигании на факельной установке газ сгорает, не образуя тяжелых металлов и токсичных соединений. «Сахалин Энерджи» регулярно замеряет качество воздуха в районе завода СПГ. Результаты мониторинга показывают, концентрация загрязняющих веществ не превышает установленные нормы. Безопасность была и остается краеугольным камнем компании.
Доступная среда для инвалидов. С чего она начинается? Вопреки расхожему мнению, вовсе не с пандусов и электрических подъемников. Все это особенным людям, конечно же, нужно. Но в первую очередь им необходимо качественное образование и возможность найти работу. К сожалению, именно это для многих сахалинцев с инвалидностью недостижимая мечта. Постоянной занятостью в области похвастаться может лишь четверть от общего числа людей с ограниченными возможностями здоровья. Недавно Екатерина получила диплом психолога. Пыталась устроиться на работу, не получилось. Из-за некоторых проблем с речью, а прежде всего из-за инвалидности, ей отказывали. Девушку взяли на должность архивариуса в энергосбыт. У нас работает 10 человек, 10 инвалидов. И мы активно работаем с центром занятости и всегда участвуем в ярмарках вакансий. Ну, то есть тесно сотрудничаем. У нас, например, вот архивариус Екатерина, которая была принята в этом году, она достаточно быстро вошла в курс дела и сейчас помогает наводить образцовый порядок в документах. Работает очень хорошо. За состояние архива можно теперь не волноваться. Удовлетворенно замечает руководитель молодого архивариуса. Помогает ей во всем. Она старательная, она хочет вникнуть. Понятно, что не совсем все получается с первого раза, поскольку никогда раньше она не сталкивалась с архивом, с деятельностью, а это достаточно сложная работа. Освоилась, стала более внимательной, стала делать уже практически все с первого раза. Мне нравится вообще, что я чем-то хоть занята, хоть дома не сижу. Общаться, люди здесь, и как бы и коллектив такой, знаете, и все здороваются. Я думаю, если какая-то помощь нужна, они помогут обязательно. Начальство хорошее. Людей с ограниченными возможностями здоровья в области больше 8,5 тысяч человек. К сожалению, работают только около 2 тысяч. Закон обязывает предприятие предоставлять квоту на трудоустройство. Но, как показывает практика, инвалидов не берут из-за отсутствия необходимых профессиональных качеств, включая опыт работы. В островном регионе разработали программы по трудоустройству инвалидов, чтобы человек с ограниченными возможностями здоровья смог работать и получать достойную зарплату. Правительство области в этом направлении предприняло ряд мер. Порядок специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантии трудовой занятости предусматривает несколько мероприятий. Это квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов, это резервирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов, субсидирование рабочих, создание рабочих мест для инвалидов, в том числе оснащение и переоборудование рабочего места под конкретные требования инвалида. Стимулирующая субсидия предполагает возмещение заработной платы инвалиду и его наставнику не ниже минимального размера зарплаты. В Сахалинской области это 15 тысяч рублей. И возмещение затрат на оснащение рабочего места для работников данной категории в размере до 100 тысяч рублей. Только реальные предложения, так отзываются участники конференции «Единая Россия» о партийной программе на следующие 5 лет. Подробности в следующем сюжете. Новая программа партии «Единая Россия» – это сотни пожеланий и замечаний сахалинцев. В документе постарались учесть каждый голос. Здесь нет абстрактных предложений, только отражение актуальных проблем. Опыт прошлых лет показывает, все это действительно работает. Ничего не остается просто на бумаге. Только в том прошлом году мы в проект программы на форуме «Единой России» дали 2000 предложений. И сами, отработав из них, уже 200 поправок внесены в областные программы и в региональные законы. Оттуда пошли льготы молодым семьям, многодетным семьям, обнуление ипотечного кредита, процента ставки по кредиту для семей, родивших второго ребенка, 150 тысяч при рождении первого. Это все уже обсуждается. Так появились подъемные для новых категорий молодых специалистов. А студенты получили возможность дважды в год полноценно ездить к местам обучения и обратно. Участники конференции отмечают, дистанции между озвучиванием предложений и включением их в программу почти нет. Учитель истории Татьяна Пак выступила сразу с несколькими инициативами. Это увеличение срока выплаты по ипотеке до 20 лет молодым специалистам. Это материнский капитал за первого ребенка региональный. Это продолжение программ по строительству домов для учителей. 5-летняя программа развития области включает в себя несколько десятков больших проектов.
проектов. Упор сделан на развитие несырьевых отраслей. Сельское хозяйство, к примеру, еще совсем недавно находилось в упадке. На грани закрытия из-за многомиллионных долгов оказались основные животноводческие предприятия. Сейчас на юге острова возводятся фермы и строятся агрогородки. На днях один из проектов получил высокие оценки сразу двух президентов – Владимира Путина и Александра Лукашенко. Мы лучше будем вкладывать свои деньги в свою землю, в свои проекты, в свои рабочие места, в свою продукцию, чем на эти же деньги через пенсии, через заработные платы, через питание социальных учреждений будем переправлять, ну ладно, на материк, но еще и в другие государства. И при этом получать ту продукцию, которая формирует в том числе здоровье нашего населения. В эту пятилетку запланирован настоящий расцвет в сельском хозяйстве. Кроме того, приятные изменения произойдут в сферах образования и здравоохранения. На островах появится 25 новых школ и медучреждений. Ремонт многоквартирных домов ускорится за счет областных субсидий. А проект «Городская среда» решит проблему всех горожан. Теперь сначала будут ремонтировать инженерные сети, а уже потом асфальтировать территории. На этом работа над программой не останавливается. Следующий этап – встречи в районах, согласование с жителями. Сейчас наш эфир продолжит рубрика «Точка отчета». Короче, этот кретин вот так проехал, вот так вот через пешеход проехал, вон туда проехал. Короче, здесь машины позадевал, и вот сюда забор снес. В Южно-Сахалинске по вине нетрезвого водителя пострадали три автомобиля и забор 16-й школы. Это произошло в 6 часу вечера на пересечении Амурской и Пограничной. 32-летний водитель, управляя легковым Ниссаном, не смог войти в поворот. При этом на его пути оказались Toyota Camry и Hyundai Solaris. В результате виновник аварии получил резаную рану головы. В Красногорске, в районе Старого кладбища, сотрудники полиции обнаружили огород с коноплей. Садоводом-любителем оказался 19-летний местный житель. Еще несколько саженцев растительного наркотика были обнаружены в его квартире. В отношении юного агронома возбуждено уголовное дело. Молодой человек дал признательные показания. Задерживать Мичуринца не стали. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В Луговом этой ночью во дворе дома номер 25 по улице Комарова оказались спороты колеса вот этой Тойоты. Владелец машины уверен, что это своеобразная месть его неспокойного соседа. По словам нескольких жильцов, он доставляет много хлопот. Несколько раз сюда вызывали наряд полиции. Поврежденные колеса владелец автомобиля обнаружил утром. Пока на место происшествия ехала опергруппа, пострадавший провел свое маленькое расследование с помощью собаки по кличке Зева. Ну, она молоденькая еще, но факт в том, что собака вывела и привела к двери подозреваемого, насколько нам известно. Имеются камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали силуэт и лицо подозреваемого, и как мы уже стало известно, кто это сделал. В данный момент запись происшествия с камеры наблюдения изучают сотрудники полиции. Сахалинская полиция и родственники просят помощи в розыске без вести пропавшего Васильченко Эдуарда Владимировича, 1978 года рождения. 3 июля он уехал из дома на автомобиле Mazda MPV синего цвета, 1996 года выпуска. И с тех пор о его судьбе ничего не известно. Приметы: рост 178-181 сантиметр, глаза серые, короткая стрижка. Из личных вещей при себе имел наручные часы серебряного цвета на широком браслете, серебряную цепочку с крестиком на шее. На безымянном пальце правой руки золотое обручальное кольцо. Был одет: спортивная кофта темно-серого цвета, темные спортивные штаны с рисунком, кеды синего цвета под джинсовую ткань. Все, кто видел пропавшего или знает, где он находится в данный момент, просьба сообщить по телефонам, указанным на экране. Уникальные вещи из гнутой древесины и рыбьей кожи могут увидеть сахалинцы в новой экспозиции областного художественного музея. Здесь открылась выставка работ ульческих мастеров. Ульчи – коренной народ Хабаровского края. В плане культурных традиций очень близкий к островным нивхам. Под покровительством Тему, Поди и Дуэнте Эдени. На поддержку этих мифических существ могут рассчитывать все посетители выставки «Искусство Ульчи Хабаровского края». Это коренной дальневосточный народ, который может похвастаться прекрасными мастерами. Их произведения объединили с экспонатами, которые были созданы в 19-х и 20-х веках. Название выставки связано с верованиями Ульчи. Тему, Поди и Дуэнте Эдени – это духи хозяева огня,
хозяин тайги и хозяин моря. От этих духов зависела жизнь ульчского народа. На выставке представлены экспонаты из фондов художественного и краеведческого музея в Сахалинской области, музея Булавинской школы искусств и произведений из личных коллекций ульчских мастеров. Разнообразные резные вещи, ритуальные ложки и корыта, которые использовались на медвежьем празднике, предметы быта, шкатулки для мужских и женских инструментов, рукоделие, костюмы из рыбьей кожи, украшенные орнаментом. Я его шила 4 года. И для того, чтобы изготовить, допустим, каждую чешуечку для спинки халата, нужно было, конечно же, подобрать материал одного цвета, одной фактуры. И это процесс довольно-таки долгий. В качестве материалов используют кожу рыб, замшу и разнообразные породы деревьев. На Сахалин мастеров пригласили для развития декоративно-прикладного искусства, поскольку культура ульчи и нифов очень похожа. Техника резьбы, обработки кожи и бересты. Юрий Куйсали приехал делиться опытом в такой технике, как гнутье древесины. Это почти утраченное знание, которому нигде не учат. Углубленно начал заниматься этнографией, изучением своих видов искусств, восстановление всяких технологий, утраченных технологий. Это поиск, получается. Ну, как бы по рассказам старых людей. Выставка будет работать до 13 августа, а сами мастера уже сегодня отправляются в Ноглики, где проведут мастер-классы для всех желающих. Уличного спорта провела массовый парк-джем на единственном в городе скейт-парке при Хоккайдо-центре. Поступило более 50 заявок на участие. Соревнуются как дети, так и взрослые. Сегодня у нас выступают виды как дисциплина кик-скутер. Это уже выходит на мировой уровень, то есть это правовое соревнование везде, где угодно. Также присутствует BMX, скейтборд. Ну и в начале вот всего нашего мероприятия были ролики. Это одна из новых форм соревнований на Сахалине. Парковый джем прошел по правилам джем-сессии. При квалификационных попытках на площадку выходят несколько спортсменов. За пару минут ребята должны показать свой максимальный уровень катания и владения трюками. Основные критерии – это, конечно, стиль, техника исполнения трюков, красота, то есть скейтбординг – это очень красивый вид спорта, и умение кататься в парке. Правильно пользоваться фигурами, правильно искать линии, чтобы все красиво, динамично и здорово смотрелось. Здесь есть даже от 7-8 лет. Мы впервые ввели еще категории новичков. Обычно у нас в прошлом году были выпускные соревнования среди наших групп. Мы готовили группы там по месяцу, полтора-два, потом выпускные соревнования. В этом году уже кто-то решил сразу участвовать. И плюс любители. Ну, любители – это два сезона и более, кто катает уверенно. Проект «Школа уличного спорта» существует уже второй год. Этим летом он был поддержан в рамках программы «Шаг вперед». Включает в себя проведение бесплатных тренировок, соревнований и показательных выступлений. Проект формирует команды региона по экстремальным видам спорта, оказывает поддержку юным спортсменам. На соревнованиях ты играешь в Game of Scoot и как бы делаешь то, что ты научился на улице или в школе. Ну, моя мечта – попасть в одну из лучших команд России – Kick Scooter Shop. Хочу, но выиграть чемпионат России. Ну и все, и кататься буду дальше. Всем призерам состязаний досталось полезное спортивное снаряжение. Эти соревнования показали – уличный спорт популярен среди сахалинцев. У меня на этом все. Эти и другие новости найдете на сайте stv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.